В эфире телекомпании «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Воронцовский дворец остался без чугунной ограды. У городской власти руки не доходят привести памятник в порядок. Последнее дерево спилили на площади перед торговым центром на Среднефонтанской. Председатель Одесского областного совета наградил одесских журналистов по случаю их профессионального праздника. А теперь об этих и других событиях подробнее. Последнее дерево спилили на площади перед торговым центром на Среднефонтанской. Платан был здоровым, не мешал посетителям и обрушением уж точно не грозил. Люди, проводившие, как они сказали, подрезку дерева, представились сотрудниками горзелентреста. Однако никаких документов не показали. По их словам, так называемую санитарную обрезку заказало руководство торгового центра. Невооруженным взглядом видно, что после такой экзекуции от дерева практически ничего не осталось. А спилы показывают, что ствол был здоровым. Этот платан уже не впервые подрезают, однако в прошлый раз изменения были не столь кардинальными. Титанические усилия городской власти по преображению Одессы почему-то не касаются памятников архитектуры. Их состояние зачастую весьма печальное. Даже тех, что стоят на маршрутах всех туристических групп. К ним относится и Воронцовский дворец. Дворец светлейшего князя Михаила Семеновича Воронцова пережил многое. Чего только стоили две мировые войны. Казалось бы, теперь, когда городская власть, выступая за сохранение исторического наследия, для памятников наступило золотое время. Но это только казалось. Когда-то опоясанный чугунной оградой дворец теперь стоит на голом цоколе. Еще недавно сохранялась по крайней мере половина ограды. Восстановить ее 4 года назад обещал наш второй Ришелье Алексей Костусев. Обещания ушли вместе с ним. Когда в кресле мэра очутился костусевский соратник, верой и правдой служивший Виктору Януковичу Геннадий Труханов, началось преображение Одессы. Ограда Воронцовского дворца исчезла совсем. Туристы, приехавшие к нам впервые, думают, что так и должно быть. Одесситы возмущены. Совсем никуда. Совсем никуда. Я недавно смотрела «Ждем пионеров». Недавно смотрела, решетки были. Недавно была такая... Ну как недавно? Я смотрела в интернете... 50-е, 60-е, во время войны смотрела с решетками, а сейчас вообще никуда. С решеткой было как бы лучше, это как-то более как-то аккуратнее. Пожелание, чтобы оставалось так, как прежде, чтобы так, как бы, ну, было все аккуратно, красиво, следили за всем. Очень бы хотелось, бы, чтобы она была ограда. Ну, конечно, ограда бы украшала. С одной стороны дворца городские отцы вроде бы начали восстанавливать ограду, чтобы одесситы думали, будто работа идет. Но движения никакого нет. Само здание дворца тоже ждет ремонта. Штукатурка на стенах и колоннах трескается и осыпается. Обновить ее не такая уж большая работа. На ремонт особняка какого-нибудь чиновника-взяточника тратится гораздо больше. Фонари, обещанные одесситам, так и не появились. Уже несколько лет на их местах торчит залитая цементом арматура. Князю Воронцову такое и в страшном сне привидеться не могло. Впрочем, состояние Воронцовского дворца, как и многих других архитектурных памятников Одессы, ничуть не мешает нашему мэру выступать с бравым отчетом о проделанной им работе, благодаря которой город становится все краше, а жизнь веселее. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Прокуратура Одесской области ответила на обвинение главы облгосадминистрации. Напомним, Михаил Саакашвили назвал отдельные действия представителей ведомства рэкетом. Прокурор области Роман Говда заявил, что надзорный орган действует исключительно в рамках своей компетенции. Также правоохранитель отчитался о результатах борьбы с коррупцией. Подробности в сюжете. По результатам предварительного расследования в текущем году в суд направлено 45 уголовных производств с признаками коррупции в отношении 54 человек. Общая сумма неправомерной выгоды в расследуемых уголовных производствах этой категории составляет 3 700 000 гривен. Коррупционеры выявлены практически во всех ведомствах, от таможни до вузов. По словам прокурора области, надзорное ведомство действует в интересах государства и его граждан. Что касается обвинений Михаила Саакашвили, то прокурор утверждает, что губернатора просто ввели в заблуждение. Конкретно по Ренийской переправе у инвестора, по словам Романа Говды, не все в порядке с документами. Мы цілком підтримуємо позицію голови обласної державної адміністрації щодо необхідності залучення інвесторів з метою попередження можливого незаконного будівництва на території вказаної земельної ділянки
Прокуратурою області було надано декілька запитів до органів державної влади з приводу встановлення наявності всіх дозвільних документів. Після аналізу вказаних документів, а також встановлення, що на цих ділянках на даний час не проводиться будівництво, прокуратурою області не вживались будь-яких заходів реагування і перевірка була закінчена. Роман Говда подчеркнул, что со стороны прокуратуры никакого давления или препятствования деятельности предприятия не было. Первой темой обсуждаемого после собственного доклада стал вопрос о расследовании избиения мирного митинга и журналистов 19 февраля. Прессу интересуют прежде всего сроки завершения расследования, а также число уже задержанных организаторов и исполнителей, так называемых тетушек. Пока что не тетушки, а один. Людина притянута до кримінальної відповідальності в цьому провадженні. Сказати конкретні строки я не можу, тому що це, в принципі, на даний час важко з тим обсягом роботи, яку потрібно ще провести, і тих заходів, які проводяться і необхідно провести, щоб здобути достатні докази. Промежуточные результаты, говорит Роман Говда, будут уже в течение ближайшего месяца. Уведомление о подозрении в организации этого побоища никому не предъявлено. Алия Замчинская, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». В Одесском аэропорту стоимость топлива необоснованно завышена. Об этом сообщил председатель Одесского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Юрий Кравец. После резкого повышения цен на светлые нефтепродукты Антимонопольный комитет Украины инициировал проверку рынка реализации этого вида топлива. С начала года Одесское отделение Антимонопольного комитета Украины начало 7 дел по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением. Нарушители, в том числе и компании, реализующие авиационное топливо. Дело открыто на основании заявления одного из субъектов хозяйствования на рынке авиационных перевозок, а также на основе материалов управления СБУ в Одесской области. Специалисты антимонопольного комитета установили, что в Одесском аэропорту заправить самолет стоит значительно дороже, чем в других городах Украины. Компания ООО «Лукойл Авиашн Украина» реализовывала авиационное топливо всем участникам на территории международного аэропорта по монопольно высокой цене, кроме одного авиаперевозчика российской авиакомпании, которой предоставлялась значительная скидка. Такие действия нарушают правила конкуренции между субъектами хозяйствования одного рынка. Расследование по данному делу продолжается. За нарушение такого рода предусмотрены штрафные санкции вплоть штрафа размером 10% от оборота за прошлый год, добавляет Юрий Кравец. В 2015 году Одесское отделение Антимонопольного комитета начало исследование рынка реализации дизельного топлива в период весенних полевых работ. В феврале-марте было зафиксировано резкое повышение цен. Было открыто 6 дел в отношении субъектов хозяйствования, которые устанавливали необоснованно высокие цены на свою продукцию. Также на некоторых заправках в начале февраля стоимость топлива составляла 15-16 гривен, а в конце месяца – до 30. Большинство ответчиков закупали дизельное топливо еще в 2014 году по низким ценам. Иных факторов, которые могли бы повлиять на резкое повышение цен, не выявлено. Ряд ответчиков закупали дизельное топливо уже в 2015 году, но уровень, размер торговой надбавки, которую они устанавливали в период весенних полевых работ, был значительно выше, чем торговую надбавку, которую они устанавливают в другие периоды. Расследование по делу продолжается. Одесское отделение Антимонопольного комитета продолжает исследование рынка светлых нефтепродуктов. В случае выявления нарушения законодательства специалисты планируют возбуждение новых дел и принятие соответствующих решений. Процесс этот будет прозрачным, обещает Юрий Кравец. Оплата за водопользование и водоотведение жителями домов, находящихся в коммунальной собственности, оставляет желать лучшего. Одесситы должны за эти услуги более 67 миллионов гривен. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киевском и Приморском районах. Чтобы не применять к должникам крайние меры, филиал «Инфокс Водоканала» предлагает одесситам реструктуризировать свою задолженность. Как это можно сделать наиболее удобным и быстрым способом в нашем сюжете? Чтобы пойти навстречу своим абонентам, «Инфокс Водоканал» создает своеобразный зеленый коридор. Речь идет прежде всего о тех людях, которые из-за каких-либо жизненных обстоятельств, из-за причин от них независящих, не могут вовремя погасить образовавшуюся задолженность. Приоритет прежде всего отдается наименее защищенным слоям населения – ветеранам, пенсионерам, инвалидам, малоимущим семьям. Для этого в обонотделах по всему нашему управлению «Водосбыт» будут приниматься наши абоненты с целью заключения договора рассрочки.
срок заключения договора рассрочки и сумма начального платежа будет каждому индивидуальному абоненту подход. Представители предприятий «Инфоксводоканал» заверяют своих абонентов. С их стороны будет сделано все, чтобы перезаключенные договора были взаимовыгодны обеим сторонам. Какова сумма задолженности, каков будет первоначальный платеж и какие необходимые документы для оформления договора рассрочки, можно узнать в круглосуточно работающем колл-центре, позвонив по телефону 705-5505. Всем желающим заключить договор рассрочки будут созданы максимально лояльные условия. Минимальный набор, опять же, документов для всех наших абонентов, которые имеют действующие договора. Все остальные моменты, которые могут возникнуть у наших абонентов, мы подскажем, окажем содействие и любую помощь. Злостных неплательщиков, не имеющих желания погашать задолженность и идти на контакт, ожидают все предусмотренные законодательством мероприятия, начиная от судебных тяжб и до ограничения предоставления услуг. Но опять же, все эти жесткие меры – последняя стадия, когда к соглашению прийти не получается. Чтобы до этого не доходило, «Инфоксводоканал» предлагает всем одесситам, имеющим задолженность, воспользоваться предложением предприятия. Я надеюсь, что максимально корректная база и своевременно предоставленные счета помогут вам не только оплатить услуги водоснабжения, водоотведения, а и получить твердую гарантию на том, что услуги будут оказываться постоянно в течение 24 часов. И очень надеемся на наших абонентов. В отношении же злостных неплательщиков «Инфоксводоканал» всегда будет занимать очень жесткую, непримиримую позицию. Анатолий Косин, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». 2 месяца тому назад порог волонтерского центра на улице Гимназической, 3, переступил молодой светловолосый парень в военной форме. Одессит, позывной Ингвар, разведчик, боец батальона «Донбасс» Национальной гвардии Украины. 18 июня мы снова встретились в том же месте. И Ингвар, он же Игорь, согласился рассказать, что сейчас происходит на фронте, конкретно в районе Широкино. В прошлый раз из волонтерского центра наш герой ушел с рюкзаком, разгрузкой, спальником, карематом и разнообразными полезными мелочами. Как говорит, все более чем пригодилось и не раз выручало в трудную минуту. Сама разгрузка РПС, на которую нашли британскую, ей цены нет на самом деле. Там аналоги есть колоссальные, там их много и вариации разные, но качество. На сегодняшний день пока еще там, мы еще не доросли до того уровня. Хотя разгрузка, кстати, 82 или 83 года. Гражданам, не знаю, Одесса, Одессита, там, с Одесской области, помогайте. Что касается теперешней обстановки на фронте в районе Широкино, то боец говорит, сражения не утихают. Причем, если наши солдаты вынуждены соблюдать перемирие, не поддаваться на провокации, придерживаться определенных договоренностей, то противнику все равно. Никто ничего не отводил. Чтобы понимали, люди, допустим, русскому брату там, или там, не знаю, или Путину, или еще кому-то верить нельзя. Реально 152 калибр работает. 123 гаубичный работает, 122 танковый, 125 танковый, 120 миномет, 82 миномет. Там я уже молчу, там АГС, стрелковые и так далее. То есть постоянные какие-то провокации, постоянные какие-то попытки прорвать линию обороны. Басня о шахтерах и трактористах, которые самоотверженно сражаются с добровольческими батальонами и вооруженными силами Украины, бойцов на передовой уже не удивляют. Ингвар говорит, если враг как-то и пытался маскироваться под «бравых» в кавычках ополченцев, то сейчас это все отбросили. Постоянно ловятся ДРГшники. И почему-то у каждого из них российский паспорт. Ну где ж там это войско ДНРовское, я его не вижу на самом деле. У меня расстояние до противника 300 метров. Бывает, подходит 150. Я умею различать квалифицированного военнослужащего, да, допустим, и как он одет, как он двигается и так далее. Это разные вещи. Вначале было, допустим, ДНРовцы одевались в старый дубок российский. Сейчас это пиксель последний российский. Его, ну, я не говорю, что его проблема купить, его можно купить, но не в таком количестве. Настроение у Ингвара поднялось только после новости о том, что председателем облгосадминистрации стал Михаил Саакашвили. Разведчик говорит, он общался с грузинами-добровольцами, которые воюют за Украину. И отзывы самые лучшие. А губернатор, о, еще лучше. Еще бы такого мэра, вообще бы цены не было. Губернатор Одесской области Саакашвили, я на передке сейчас воюю, в принципе, с грузинами. То есть на самом деле есть люди, которые вот они там по собственному желанию как-то так приходят и всячески пытаются помочь.
Ни один из них никогда не говорил плохого про него. Несмотря на непростую обстановку на передовой, бойцы не теряют присутствие духа. В начале мая, после очередной провокации боевиков, над Широкино был установлен украинский флаг. Сепаратистам показали, что это украинская земля. Пусть разрушенная, израненная снарядами, минами и танками, но все-таки украинская. И никакой Новороссии здесь не бывать. Если там где-то какое-то недоверие есть, или кто-то надеется, что придет Новороссия, все будет хорошо, будет печалька. На самом деле. На сегодняшний день... Я не могу говорить, допустим, полностью там про ЛНР там, или ДНР, но вот те кусочки, которые я знаю, допустим, да, там по проходам и так далее, ну, люди не особо там хорошо живут. Да, там засеиваются где-то поля, там еще что-то, но там поголовная нищета. Уже на следующей неделе после 10-дневного отпуска Ингвар поедет обратно. А мы надеемся, что одесситы прислушаются к просьбе наших защитников и не перестанут помогать. Анатолий Косин, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Сегодня век интернета, информации в мире столько, что порой сложно отличить, где правда, а где откровенная ложь. Поэтому именно сейчас в работе журналиста очень важно, чтобы информация, которая доносится до конечного слушателя, зрителя или читателя, была максимально правдивой и объективной. 18 июня Одесский областной совет отметил наградами работников СМИ по случаю их профессионального праздника. Сегодня и украинским, и одесским журналистам в частности приходится работать в не очень легких условиях. Во-первых, регулярно возникают разнообразные вбросы, и необходимо четко отделять зерна от плевел. Кроме того, широко развернут информационный фронт со стороны так называемых коллег из Российской Федерации. Многие из них уже давно превратились в пропагандистов и фактически в информационное оружие. Информация в интернете играет со многими нашими соотечественниками злую шутку, отмечает председатель Одесского областного совета Михаил Шмушкович. От вас зависит наша работа, потому что мы должны все-таки за нами нужно следить, работу всех органов власти нужно критиковать, это абсолютно правильно. Ну и с другой стороны, работу органов власти нужно освещать, поскольку у людей, особенно в области, очень часто возникают очень слухи, мысли, ну, их иногда даже сознательно раздувают, которые абсолютно не соответствуют действительности. И в этом нам помогают средства массовой информации. Сегодня, пусть и с опозданием, председатель облсовета наградил наших коллег, корреспондентов и руководство местных телеканалов, корреспондентов газет, работников радио. Получили награды и представители телекомпании «Круг». Были отмечены не только коллеги, которые освещают социальные проблемы, но и спортивные обозреватели. Тем более, что сегодня спорт едва ли не единственная отдушина. Многие ребята берут интервью у человека, записали имя, фамилию и, в принципе, возможно, никогда в жизни больше не встретятся с этим человеком. Здесь немножко все по-другому, здесь нужно быть постоянно в струе, здесь нужно постоянно следить за достижениями фактически одного и того же круга спортсменов, например, там 100-200 человек, которые регулярно куда-то ездят, что-то там привозят, какие-то места. То есть бывает, конечно, берешь интервью у человека, ему там 14 лет, а потом через 10 лет он чемпион мира, и он тебя помнит, и, ну, конечно, это очень приятно. И ради таких вот спортсменов, ради таких вот ребят, и хочется дальше работать, несмотря на кризис, несмотря на все проблемы. Несмотря на то, что этот праздник называется Днем журналиста, хочется отметить и тех, чей труд не на виду. Водителей съемочных групп, монтажеров, инженеров, звукорежиссеров. Без вас у нас бы ничего не получалось. Уникальный видеофильм «Зарисовку об Одессе» снял луганчанин Вадим Щепанивский. Сам автор называет свой технический прием Motion Time Lapse – фотографии и видеосъемки. Как рассказал 25-летний автор ролика газеты «Сегодня», раньше фотокамера была статичной. У него съемка идет в движении. Две недели Вадим ходил по городу, выбирал самые интересные места и ракурсы. Иногда, чтобы поймать нужный кадр, приходилось становиться посреди дороги и мешать движению. Но вопреки опасениям, никто не возмутился. Некоторые одесситы подходили, чтобы поинтересоваться его работой. Трудность съемки заключалась в том, говорил Вадим, что я долго поджидал хоть какую-то облачность, поскольку это лучшая погода для съемки. Когда видел тучи, сразу бежал снимать. В результате получилось до 8000 фотографий, из которых он смонтировал ролик. Фотографией Вадим Щепанивский занимается 8 лет. Уже год живет в Одессе. Незадолго до начала боевых действий в Донбассе он снял видео о Луганске. Эта работа стала одним из самых популярных видеороликов о городе среди интернет-пользователей. Это все новости на сегодня. Далее информация синоптиков о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу krug.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34-00-76. Ну а мне остается пожелать вам всего самого лучшего, хороших новостей. Берегите себя и своих близких. До свидания.
По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 19 июня в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 градусов тепла. Температура морской воды 18-19 градусов.